кожа. Привет! Ну что ж, дорогие друзья, начнем наше выступление. Так, стоп, а где четвертый, где Пашка? Слушай, понятия не имею, но он мне вот веревку передал. Вот хитрая сука спрятался. Паш, давай выглядь, дружище. Алло, Паш, давай уже выходи, а? Так, Паш, ну мы тебе же уже 300 раз говорили, это платье бело-золотое, не синее. Да что на синее? Иди переодевайся, а мы пока взорвем этот зал! Коротких миниатюр. Таджикский мальчик впервые увидел снег. Папа, там весь мир в шпаклевке. Продолжение 50 оттенков серого. 79 оттенок серого. Оказывается, что Никита Джигурда и современные технологии несовместимы. Окей, Google! Чем летят котят? Господи, спаси и помоги. Выпускник факультета иностранных языков в обычной жизни. Help! Совесть не позволяет мне оставить все так на своих местах. Help! Помогите. Help me! Зовет на помощь. I find you and kill you! Я беспомощный лошпед. My guys get you from the ground and knock your brain on the wall! Помогите! He find you in the your city! Да не зэ, а зэ! Межзубный звук! А я ему стоп и снег! Запретили распитие алкогольных напитков и курение в общественных местах. Итак, представьте, запретили селфи в общественном месте. Лёха, Лёха, смотри, в голову кредит, давай с ним зафоткаемся, пока время есть. И чё, чему это запрещено? Да вот человек выход нашел нормальный. О, точняк. Итак, зимним морозом посвящается. Такого человека вы могли встретить на любой остановке.
8 открытой лиги КВН, и 1/8 проходит, скажем так, совместно с 1/4. Команды не вылетают с 1/8, получают какое-то определенное количество баллов, которые суммируются с теми баллами, которые они получат в 1/4, и уже по сумме баллов за две игры решаем, какие же самые смешные команды проходят в полуфинал. Ну что, мы можем двигаться дальше, и на сцене появляется команда КВН «Старый знакомый». Ваши аплодисменты! Метать, мы уже чемпион этой лиги, да. В смысле? Подожди, почему? Потому что мы написали смешные шутки! Yes! Да! У-ху! То есть мы по накатанной пошли. А без шуток слабо пробиться было, я не пойму. Аня, ты что начинаешь-то, а? Да все, никакой оригинальности в вас нет. Я ухожу в свой воображаемый подвал. Тебе мои шутки не нравятся? Вообще-то не нравятся. Давай тогда ставим партийку биатлона на раздевание. А давай. Ага, вот. Певицу елку постоянно роняют кошки. Да-да-да. Да-да-да. Алина, ты правила что ли не понимаешь? Там все нормально, ты делал, продолжай, давай. Не перестань, а? Зачем переставать, если у нас впереди все выступление? Могу открыть этот сейф! Отойди, батя сейчас все сделает. Кто? Я. Все украду. Очень обидно умирать старый стриптизер.
такие своеобразные люди в зале. Ну что ж, друзья, мы можем двигаться дальше. На этой сцене появляется команда с очень оригинальным и интересным чувством юмора. На сцене команда КВН «Три кота на мясо». Ваши аплодисменты! Встречай зал, самая попсовая команда открытой лиги. Друзья, мы сделали это. Свершилось. Мы стали юбилейной 350-й командой, которая умудрилась ставить ноутверк в свое выступление. И теперь, когда одна половина зала восхищается нашей смелостью, а другая ненавидит нас за это, давайте представимся. Ранимые творческие души и их туши. Люди, чьи архивы юмора пополняются с каждым новым эфиром высшей лиги. Ансамбль юмора «Три кота на мясо», прошу любить и жаловать. Друзья, а сегодня исполняется 5 лет нашим мечтам о том, что следующий сезон мы уж точно проведем в высшей лиге КВН. Именно этому посвящается наш опен-эйр юмора «Я шучу как Коклюшкин 2015». Давайте же знакомиться с хедлайнерами сегодняшней тусы. Настенька, первая тучка на ясном небе открытой лиги. Именно ей мы доверили открывать сегодняшний ОПНР. Че ты споришь? Да, спою. Да как тебе свой позволила такое петь? Она мне не просто позволила, еще и предложила. Ну что, а я забыл, кстати, поблагодарить тебя за твою сногсшибательность. Угу. Потому что если бы не ты, не твоя бита, и творки с Ченском у нас бы реально размотали. Товарищи дальтоники, скажите, какого цвета это полотенце? Сине-желтое или черно-синее? Я тебе говорю, не трогай мой полотенце. Март, холодная погода, ослабленный иммунитет. К людям липнет всякая хворь. Одна такая хворь прицепилась и к нашей команде Ярик. Давай. А последняя шестерка в машине нашего юмора – Андрей. Андрей уверен в том, что все его шутки смешные, подкрепляет светлым и фильтрованным. Опен-эйр юмора, Андрей, чем будешь удивлять? Дорогие девушки и участники сообщества, ну чё ты, подарили сковородку. Песня. Машу парень в филармонию сводил, и букет из роз огромный подарил. Все это лучше строил кухню и свеча. Смотрите, тут ты одна звезда, потому что гетная душа у тебя отомстил за 23 февраля. Ну что сказать, отличный трэш. Сам ты трэш, я элита. У бати поручитель по кредиту. А это Илья? Человек, который искренне верит, что политика Путина такая специальная многоходовочка, чтобы Левиафана номинировали. Как вы понимаете, никто в нашей команде не захотел шутить про Путина, и я представляю себя сам. Потому что я ничего не боюсь. Путин, Шмутин, мы тут шутим. Видите, все могу себе позволить. Прекрасно. И я хочу теперь продолжать.
нашел Энею? Никак. Потому что наше мероприятие подошло к концу, а эфира все равно не будет. Команда КВН «Три кота на мясо». Здоровья, ребят! Область. И сейчас, собственно, на этой сцене появится команда, которая представляет интересы области, а именно город Купино. Команда КВН «Плохой и очень плохой». Привет, Новосибирск. Я уже, в принципе, в этом городе целый год, вот решил в КВН поиграть. Своего брата двоюродного позвал. Вот, давайте встретим его аплодисменты. Сейчас он может появиться. Ну, я же говорю, высшая лига. Ну, то же самое, ну, я это все знаю. Это вы фотошопом потом, да, по экранам замазались? Здорово, братан. Да. Ну, и Александр Васильевич тоже. Ну, фотошоп же, да? Ну, не может человек 72 так выглядеть. Здравствуйте, Александр Васильевич. Знаете, у меня мечта, я хотел всю жизнь на поле чудес попасть, знаете? Но это же тоже первый канал, по сути то же самое, оно тоже покажет. Поэтому гостинчики, знаете, вот целая трехлитровая баночка кубинских гусениц. Кубинские гусеницы. Слышу, КВН начался. Да, скажите, у меня много смешного. Знаете, а вот тут, ну где огурчик, там же и бутылочка. Там же это, Байкал, Яркуль, Иссык-Куль, Титикака и Ичилы все. Пять озер. Ну, знаете, нравится мне вас, Александр Васильевич, знаете, жарко только. А знаете, это, пусть так будет. Ну, в общем, это. Ну, Сашка, кого сегодня будем побеждать? Быдло. Где? Внутри себя. Ну, пока я буду готовиться. А спонсор нашей команды Михаил Бояз. Поэтому показывать будем всякую шляпу. Давайте представим, парень, который радуется любым мелочам. Толстячок, а приятно. Случай в криминальном районе. Эй, толстый, сюда иди. Приятно. На дискотеке есть такой тип, который стоит и ждет свою любимую песню. Человек. Вы так красиво двигаетесь. А можно с вами потанцевать? Да ты чё, я вообще не танцую. Дорогие друзья, многодетный отец поймал аиста. Семь! Ты понимаешь, 7 детей за 2 года! Ты понимаешь, что моя жена это не Анжелина Джоли? И что? Ты зачем черного последнего принес? У меня бабушка не хочет кормить внуков. Ей больше лет.
Здесь остается мой старший брат. А он нормальный? Эй, возьми-ка! Мы в конце! Да. В конце нашего выступления хотелось бы сказать... Подожди. Александр Васильевич, знаете, ну, пора там, дело. Команда КВН плохой и очень плохой. Мы пошли разгоняться. Это уже КВИД 2016. Поэтому команды борются за самый основной КВНовский приз. Есть, скажем так, за что побороться. Следующая, кто вступит в войну, команда «Поющая». Одна из немногих поющих команд города Новосибирска и команда КВН. Картина Репина, ваши аплодисменты! Мы в полном зале. Сейчас мы начнем. Мы вместе будем. Мы будем, мы будем, будем. Панику на полиции и сатану. Друзья, я, конечно, все понимаю, но опять выберись на сцену, поете зарубежный ритм матово. Спели лучше что-нибудь по-русски. По-русски петь не получается, нормально. Русский только петь получается. Так, Никита, но вы-то что? Почему вы испортились? Матово еще вода в спели. Влад, чтоб ты знал, поющие люди всегда полны. Ну, а Монсеррат Кабалье? Да вы посмотрите, вы просто Монсеррат Кабанье, друзья. Друзья, я не то что по своим ушам, я глазам не верю. Мне кажется, самая адекватная среди вас — это Светлана. Ой, спасибо большое, но я так не думаю. Да почему? Да потому что поздно. Песня! Успокойтесь, друзья. Вообще, вы видите себя очень дерзко на сцене. Кстати, а где наши самые дерзкие? Слышишь, ты что такая дерзкая? Ну, здравствуй. Кстати, познакомьтесь. Может, вы как-то ситуацию исправите? Ну, есть у меня одна миниатюрочка. Отлично. Показывайте. Борьба правительства с коррупцией. Почему ничего не происходит, Дмитрий? Разве должно? Уно-уно, Дмитрий. Вы там в самый горький момент сахарочку подбросили. Кстати, насчет сладенького. Светлана? Такая красивая девушка. Элегантная. С прекрасным голосом. Только мужика нет. Светочка, ну
Ну вот вы самый балбес из нашей компании. Вообще-то я могу это и опровергнуть. У нас опровержение. Давайте, опровергайте. Мало кто знает. Друзья, в зале собрались солидные люди. У вас есть что-нибудь? Конечно, есть. Отлично, я объявлю. Дорогие друзья, миниатюра без объявления. Музыкальная команда. Где наши музыкальные фишулечки? Здесь! Никита? Песня! Никита! Ну, что бы сказать, ты, конечно, молодец. Друзья, да что строить, вы все тут молодцы. Мы одно целое. Друзья, давайте зря уже пока митинги плохо не стало. Друзья, КВН — это как человек. И у него есть руки, ноги, голова, если как такая имеется. Мы в КВН — это рот. Потому что едим, да? Нет. Пьем. Нет, Дима, не пьем. Поем. Максима Латохи. А, ну это возможно. Максим, ради общего дела. Дорогие друзья, сегодня мы стали с Максимом Латохой еще чуточку ближе, потому что теперь мы живем в его квартире.
Здесь магазин, здесь туалет, урока кончен. А следующая миниатюра посвящена всем тем, кому недавно исполнилось 14 лет. Итак, представьте случай на улице. Парень, который час? Так, сейчас посмотрю, что у меня тут. Так, ключи, деньги. А это у меня что? Паспорт! И не такое бывает. Бомж проспал. Еще чуть-чуть поваляюсь. Случай в пивнухе. Да дайте мне пиво. У вас паспорт-то есть? Конечно, есть! Итак, представьте, поросенок Фунтик моется. А еще одну, я другу дам. Здесь кармашек в запасе. Потому что потом... Продавец обуви очень удобно сел. Вы знаете, а вот этот не подходит, а можно второй? Ладно, понял, ложку сам возьму. Гарри Поттер в ПТУ. Только не слесарем. Только не слесарем. Слесарем! Да ёб покорю! В последнее время появилось очень много новых клубов. И мы представим вам клуб людей со странностями. Здравствуйте, я приветствую вас в нашем клубе людей со странностями. У нас в клубе сегодня новенький. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Семен, и я очень странно хлопаю. Покажите. Давайте похлопаем Семену. И я познакомлю вас с нашим коллективом. Здравствуйте, меня зовут Игорь, и у меня есть способность разочаровывать людей. Игорь, один фейк. Так, спокойствие! Давайте просто похлопаем Игорю. Здравствуйте, меня зовут Данил. Я люблю прятать разные вещи в свою голову. Жвачку кто-нибудь будет? Нет, Данил, спасибо, давайте похлопаем Данилу. Здравствуйте, меня зовут Наташа, и я уже почти справилась со своей проблемой. Я уже полгода не выкладываю еду в Инстаграм, потому что не успеваю, начинаю ее. Наташа, спокойствие, давайте похлопаем Наташе. Ну что ж, я смотрю, все в сборе, значит, можно начинать. А на дворе 1987 день нашей телестройки. Стойте, ребят, я хочу показать фокус. Сейчас я загипнотизирую Семена. Когда я досчитаю до трех, ты превратишься в животное. Раз, два, три. Наташенька! Так, хватит, давайте прекращать уже эту клоунаду, а? Что прекращать? Мы только шатер растянули. Получили, можете минутку и постоять. В конце хотелось бы обратиться к нашим родителям. Дорогие родители, вот это клоуны, а вы КВНщики. В моем квартале все спокойно, спасибо. Победного сложного танца. Итак, 5, 6, 7, 8. Изи! Ну все, пятое место уже в кармане, да?
всех новостей. Одна хорошая, вторая плохая, третья так себе, четвертая интересная, пятая, ну ничего, так забавная, шестая нам коп вырезали. Восьмую я в ленте прочитал, девятая то, что не было, седьмое, десятое, ну вообще свистовое. Одиннадцатую вы слышали, а двенадцатое то, что новостей 24. С какой начнем? Давай спокойно. Короче, сегодня победитель будет один, так что не обессудь. Стоп, 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 не хан, не хан! Победит одна команда! И пока меня не покалечили, давайте начнем, друзья! Многие из вас в американских фильмах видели допросы по системе «хороший полицейский, плохой полицейский». Итак, представьте подобный допрос в русской полиции. Так, договаривайся. Я хороший, ты плохой, все, понеслась. Послушай, мы твои друзья, давай с нами сотрудничай. Максу? Тихай, фраер, беги, беги! Заряжай лицом, все отбивали Москвы на дальнем мамочке. Самая интеллектуальная наша миниатюра – деревенский эрудит. О, дорогой, а что это такое? А это коровье. Заряжали, чтоб все убивали в Москве на дальнем мамушке. У родителей на Северо-Чемском сын делает первые шаги. Сыночек маленький мой, иди ко мне. Давай, давай, родной, еще шажок, еще шажок. Жена у нас опять урод родился. Заряжали, чтоб все убивали в Москве на дальнем мамушке ходят сам. Лучше в дагестанской школе. Там дети пишем сочинение. Тем хотим так, когда вырастим. Полезай, каким он у нас. Что такое? Я закончил. Давай сюда. Вот, можно идти? Иди. Спасибо. Там такое что? Что? Борец пишется через B-O-R-E-C. Какой там ты, космонавт? Заряжали, чтоб все убивали в Москве. На дальних мамушке ходят сам. Мистер Пропер в Мексике. Давай, копай, копай! Но прошу бы слишком плохо! А что ты же? Нет, вот что ты. Эй, ты куда? Ты куда, папа? Давай, копай! Заряжали, чтоб все убивали в Москве. На дальних мамушке ходят сам. И для себя нормально. То, что остается за кадром любого рэп-банда. Я так жизни никто не оскорблял. Успокойся, не трогал твою девушку. Твоя мать хорошая женщина. Меня потерялся. Ты же тоже меня обзывал. Она сказала, ты у нас козел и все. Итак, второй раунд, все справа, начинайте. Слушай меня. Заряжали, чтоб все убивали в Москве. На дальних мамушке ходят сам. Ну и напоследок, узнаем себя. Батя маленько подвыпил и докапывается до сына. О, подожди, пожалуйста, не, спокойно. Сынок, спокойно. Батя бухнул, не бороться. Ну, какой бухнул, какой бороться, не умеешь, батя. Ты что, я же всю жизнь дрался. Ты дрался, когда был пьяный. Ну. Че это у тебя такое? Опа! Батя, тихо. Так, ладно, все, облегчаем задачу. Будем драться без ног, без рук. И без бати, чуть меня рубит капец. Друзья, интеллектуальная команда из Академии городка. И закончить мы хотели бы так, как от нас никто не ожидает. Итак, гимн города Искитим. Раз, три, раз, два, три, три. Раз, два, три, раз, два, три, три. Раз, два, три. Yeah!
аплодисменты. Пока команды забирают, хотелось бы сказать, что сейчас мы увидим оценки за конкурс «Визитная карточка». Максимум за конкурс «Визитная карточка» 5 баллов. Следующий будет конкурс «Разминка», а потом также конкурс «Одной песни». Ну что ж, все, можете уходить, уходить, уходить уже со сцены. Друзья, под ваши аплодисменты хотелось бы пригласить все команды на сцену. Давайте аплодируем вновь, друзья. Оценки команде КВН «Кожа». 4. Сергей не видит, к сожалению. 4. Все судьи 4 балла. Ваши аплодисменты, друзья. Оценки команде КВН «Старый знакомый». 4. 5. 4. Аплодисменты. Движемся дальше. Оценки команде «Три кота на мясо». 4, 5, 4, 4, 4. Можно аплодировать и держать это. Оценки команде КВН «Плохой и очень плохой». 5, 5, 5, 5, 5. Все судьи 5 баллов. Оценки команде КВН «Картина Репина». 4, 4, 4, 5, 4. Все спокойно. 4, 4, 5, 4, 4. Ну и, наконец, оценки команде КВН «Люди напротив». Судьи 5 баллов ровно. Пока наш замечательный Алексей считает общие баллы. Или они уже готовы, Алексей? А вот у вас же есть микрофон, Алексей, вы можете их с удовольствием объявить. Итак, средние баллы за конкурс «Визитная карточка» от Алексея Бронзверова.